Так, теперь открываем инфо. Моевский приклад. Так, ставим эту штуку. Сюда РК2, РП1 и ОКП7, ластохвост. И получаем отдачу 60. 60, не 59, как говорили сегодня. А если мы поставим приклад ПРС, то получим 59. Да, логично. Но у нас полностью умрет эргономика. Поэтому нет смысла. Ставьте моевский приклад и затыльник. Так, и если я поставлю тот же самый дебаль, то эргономика будет у меня 48. Сейчас мы соберем и протестируем, как теперь он себя поведет. Патроны будут СП-6. То есть такая сборка из-за, опять же, рукоятки, из-за прицела, который я купил не на барахолке. И, опять же, дебаль, который по вкусу можно поставить самый обычный лазер, можно вообще ничего не ставить. Будет стоить 180 тысяч рублей. Плюс, опять же, 30-ка. 30-ку можно выменять. Да, до этого минимальная отдача была 64. Кто не знал, 30-ки можно обменять у прапора на плоскогубцы. Плоскогубцы сейчас стоят, ну, они, в принципе, ничего не стоят. То есть получилось у нас 23 тысячи за магазин вместо торговца 39. Ну, средняя цена примерно такая же. Дешевле, дороже иногда. Заряжаем его СП-6. И идем убежку. Полетели. Ну, я скажу так. Я особо разницы не чувствую. Она, скорее всего, есть, потому что большая часть пуль все-таки пошла в ростовую мишень. Как можно теперь собрать ВСС? Марсманские винтовки, винтовка снайперская специальная. 60 также. То есть нет смысла даже тестировать. Отдача 60 с такой же РК-2. А по стоимости, опять же, сейчас посмотрим. Пусть будет от 80%, потому что мы ее все равно используем как штурмовую винтовку, не как снайперскую. То ВСС сейчас стоит 40 тысяч рублей, 40-45. То есть это еще дешевле, еще выгоднее. Вам ничего не надо. То есть получается, закладываем в цену средняя 60 тысяч рублей. И плюс модули у нас будет стоить... Сейчас вот так сделаем. Это нам не надо, это нам не надо, не надо. Если мы покупаем ВСС, это нам не надо. То есть получается, что у нас вот без магазина, у нас только модули сами обходятся нам в 52 тысячи рублей. Плюс ВСС на 90% прочки еще 50. То есть 101 тысяча рублей. Плюс получается магазин, мы можем его взять за 23, условно говоря. То есть очень-очень недурно. 130 тысяч. Все. Получается, что сейчас, в данный момент времени, это очень и очень хорошее оружие, если ты умеешь контролировать отдачу.